сегодня выложу один сторис, ну вот сейчас, и выложу один пост, потому что сегодня трагедия в Армении, сегодня день геноцида, это случилось более 100 лет назад, в 1915 году, вот. Я бы хотел сказать, что, дорогие армяне, я с вами, мы с вами. Я бы вас хотел поддержать. Я был в Армении, я знаю эту историю. Вот, я сочинил стихотворение, которое я выложу у себя в публикации. Помните, что мы с вами. Просыпайтесь, в деревне уже все проснулись, птички щебечут, солнышко светит, начинает, точнее, светить, травка зеленеет, вот, поле наше зеленеет. Так что бодритесь, пробежечку, прессик покачать, отжаться, всем отличного настроения, всем хорошего дня, всем вообще мега-супер улыбок, настроения и всего самого хорошего. Друзья, всем привет еще раз. Хочу поделиться с вами приятным. Вот, у меня у товарища вышел офигенный клип. Я сейчас отмечу его, чтобы вы могли с вами наверх посмотреть. И отмечу, чтобы вы могли перейти, подписаться и посмотреть на замечательный клип. Друзья, всем еще раз привет. Всем отличного настроения. Значит, информация по поводу похудения. Для тех, кто хочет похудеть, для тех, кто хочет скорректировать свою фигуру без вреда для здоровья, смотрите следующую информацию. Я сейчас отмечу страничку, по которой вы сможете перейти, задать вопросы и получить всю подробную информацию. Но сам марафон бесплатный, длится марафон 6 дней. Поддержка кураторов, естественно, 24/7. Это очень круто. Я стараюсь всегда искать для вас самую нужную информацию. Вот, я сейчас еще раз отмечу. Елену, вы перейдите по ссылке, подпишитесь, напишите Елене в директ, она вам все подробно расскажет. Вот, друзья, уверен, вам это будет полезно и нужно. А у меня, если пройдет голос, видите, я немножко охрипший, то я обязательно для вас сегодня вечером. Всех люблю, всех целую, всем добра, всем улыбок, всем позитивного настроения. В общем, короче, мне так весело. Не знаю почему, вот решил с вами поделиться. А в чем прикол, знаете, короче, лайкнуть и разлайкать. Это типа, короче, а я тебе вот так сделал, или подписаться и отписаться. В чем прикол? Доброго утра, давайте просыпайтесь, бодритесь, завтракайте, умывайтесь. Желаю всем доброго утра, хорошего дня, отличного настроения. Рассказывайте, какие планы на день. Друзья, значит, смотрите, на завтрак я съедаю овсяную кашу с медом, с грецкими орехами. А теперь что, ну, остается мне в течение дня? Итак, мой друг, мой наставник. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Пьет цикорий, полезная цикорий. Штука. Цикорий, вот. Ребята, спасет вас. Да, мне он, значит, на обед приготовил овощной такой этот супчик. Овощной суп. Вот, такой овощной супчик с говядиной. На втором, да, бульоне? Да. На втором бульоне. На ужин рыба с овощами. И с белками. И с белками, да. И в течение дня съедаю острый перец. Друзья, всем привет. Не могу сейчас часто отвечать на вопросы в директ. Вот видите, нахожусь сейчас на работе. Вот, спрашивайте меня по поводу статистики. Я сейчас вам скажу. У меня в актуальном статистика висит. Я сейчас выложу еще раз здесь свою статистику. Ребят, просто такая нереальная красота, смотрите. Речка, деревня такая.
Смотрите, березонька вон. Так круто. Вот что значит деревенская жизнь. Смотрите, тут, до обеда. Тут прялки даже есть. Будешь вот. Прять. Да, прять. Тут бикчуй стоит. Которому, блядь, да, бро. Лет, а это коромысло еще. Точно коромысло. Друзья, всем доброго утра, всем отличного дня, отличного настроения. Всех с вербным воскресеньем. Улыбайтесь, дорогие мои. Заряжайтесь атмосферой, солнышком, хорошей погодой. Итак, проверка дубль 2. Блин, натяжка жесткая. Чуть. О! А, хорошо! Вот она, русская деревня! Сашку жарят. Друзья, всем привет! Вы просите петь почаще песни. Вот мы здесь в русской деревне, в настоящей, попарились с Антохой. И вот прям песня в тему. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись, по ветру стоят, и листву так тихонько кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу ласкают. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра. На дорожку, родная, с тобой. Я прошу, не груси, не печалься, не стоит. И старушка махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят, а последняя, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, вот как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Нет ничего лучше русской баньки, природы, шашлычка, компотика, свежих с грядочки помидорчиков, огурчиков. Друзья, всем привет, всем отличного настроения. Периодически спрашиваете меня, как мне удается держать себя в тонусе фактически в 40 лет и выглядеть молодо. Вот, я говорю о том всегда, что мы то, что мы едим. И сейчас... Я вам сегодня сниму видео обязательно и выложу в публикации, что я готовлю себе на обед. Вот. И как можно приготовить обед без соли, без приправ, чтобы было очень вкусно. Смотрите. Вот такой вот меня сегодня ждет обед. Это коричневый рис с морепродуктами и с овощами.
Рецепт потом выложу в публикации. Все, и обед готов, и я выложил публикацию, видео кратенько такое, как я готовлю, и описание тоже краткий рецепт, но он очень простой. Так что сейчас буду обедать в час. Всем приятного аппетита. Друзья, в общем, решил я, пойду-ка я схожу в кино. Знаете, на какой фильм? На Mortal Kombat. Помните, в 90-х годах был? Сейчас вышла новая версия. Вспомни юность, посмотрю фильм. Друзья, читаю комментарии у себя в публикации. Вот. Я же не написал, что я возвращаюсь на Дом 2. И я не хочу возвращаться туда. Это я задал вам вопрос. Хотели бы вы видеть меня как участника? Гнетом адской тирании вас истребляли, как могли. Вас убивали, но вы живы. С колен подняться вы смогли. Великим духом вы воспряли, но боль в груди у вас кричит о том, что где-то не признали убийство, истребление, геноцид. Вы шли сквозь боли, страхи, муки. Что пережили вы тогда? Детишек ласковые руки вас не обнимут никогда. Не улыбнется мама с папой, и не пошутит лучший друг, не поиграют дочка с братом, их всех в 15-м убьют. Они уйдут дорогой в небо, как сотни тысяч армян, гонимые безумным бесом тропой смертельный караван. И вот сегодня, вспоминая всю боль и страх ушедших лет, мы вместе с вами разделяем все ужасы минувших бед. И будем помнить, будем вечно, и вместе с вами мы скорбим. Вы сохранили человечность, а мы любовь к вам сохраним. Думаешь, спокойная жизнь началась? Че, все хвалить, что ли? Я его вижу в лицо. Прав тот, кто сильней. Не терять нечего. Молодежь, вы меня уже раздражать начинаете. Что, брат, проблемы какие-то? А тут с этой паршивой стране скоро начнется. Ты на нас свои косяки-то не вешай. При обнаружении ликвидировать на месте. Исправляй, Юра, исправляй. Как вас в 90 не перебили? Всех практически под себя подмяли. Так чего не делать? Давно ли вы стали вопросами? Вам поставить. Болить придется. Ну же, все-таки скоро. Решай свои проблемы. I will soar, I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord, yeah, I believe it, oh. The past is everything we were, don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall. Mi corazón.
Теперь ты меня, Антошка, снимаешь, да? Конечно, конечно. Ну, нечего прохлаждаться. Работать надо. Ну чего, какая куча. Теплые полы застелим, когда будет у нас здесь вообще. Яйцами кататься по полу. Дай работай, хорошо снимает. Давай, кидай лопаты. Солнце высоко еще некогда. Нормально. Зато выравнивается, полагается, под черновой пол надо выровнять, а что он тут? Шишка была, теперь выкидывается, нормально все делается. Ну, Сашка, он кидает. С самого утра кидает. Сюда она не заканчивается, блин. Надо тебе лопату, знаешь, какую пионерскую, такую большая такая. Деревянную, да? Убил.